Патриотизм, любовь к родине. Сейчас эти слова приобретают еще большее значение. В Ленинском городском округе к памятным датам подходят ответственно. Для возложения цветов к вечному огню на Аллее Славы всегда собираются десятки людей. Среди них немало молодежи. Мы помним о событиях определенных, о людях, которые за нас отдали свою жизнь. Мы чтим эту память и кланяемся низко им. Мы благодарность свою несем. И поэтому с чувством гордости всегда прихожу на эти мероприятия. Сегодня, накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, здесь вспоминали солдат, которые исполняли свой служебный долг за пределами Отечества. Среди гостей мероприятия ветеран афганской войны, полковник запаса Валерий Бодряшов. Защищал целостность нашего государства. Я только раз видал рукопашный, раз наяву и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Люди, прошедшие эту горнило, как Великую Отечественную войну, ведь нет человека, которому не присутствует чувство страха. Ну, кто-то перебарывает это, кто-то нет. И вот прошедший Афганистан, я, ну, большие контакты и работы занимаюсь с ветеранами этого движения, это патриоты своей родины, это люди надежные, на которых можно положиться. В Ленинском городском округе они ведут активную работу с молодежью, занимаются военно-патриотическим воспитанием. В школах проводят уроки мужества, чтобы подрастающее поколение не забывало историю, без которой, как известно, нет будущего. Горячих точек у нас очень много. На слуху, конечно, это Афганистан. Но кроме этого, это и Сирия, это и Судан, Бангладеш, Корея, Вьетнам и много-много других. Много наших воинов сложило головы в этих горячих сражениях. Более 25 тысяч человек. Это огромная цифра. Мы всегда говорим и вспоминаем о них со слезами на глазах. Сейчас такими героями являются бойцы специальной военной операции. Сегодня в их адрес звучало много слов поддержки и благодарности. Сегодня наши военнослужащие и добровольцы, участвуя в специальной военной операции и выполняя боевые задачи, проявляют мужество, героизм и самоотверженность. Волонтеры, предприниматели, жители округа активно помогают нашим бойцам и семьям мобилизованных. Вместе мы готовы справиться с любыми трудностями. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия и мирного неба. Победа будет за нами! В День защитника Отечества на телеканале «Видное ТВ» пройдет благотворительный марафон в поддержку бойцов специальной военной операции. К помощи солдатам может присоединиться каждый. Мы вместе ради нашего будущего. Юлия Погосян, Данил Свидерский, Екатерина Довлятова, «Видное ТВ».